Друзья, всем привет! С вами снова я, Макс Степанов. И сегодня наша тема – это практические упражнения, которые я вам покажу, которые можете использовать дома, в домашних условиях, или выходить на балкон, на солнышко. А также, я думаю, будет полезно где-нибудь в парке это поделать. Вот я хочу рассказать сегодня о трех упражнениях, которые позволят вам одновременно и освобождаться от захватов, и делать так называемые защитные контроли, да, такие. Первый захват — это будет захват за запястье, освобождение от запястья. Вот, наверняка уже все знают, что лучше освобождаться в сторону большого пальца. Это очень просто. Сейчас мы вам сына покажем. Ну вот, сына зовут тоже Макс. Второй контроль освобождения — это будет контроль плеча. И третий контроль — это будет контроль головы. Вот. Это Максим, это мой сын. Поздоровайся. Людьми. Вот. Всем привет. Сейчас я покажу три упражнения простенькие, которые вы можете делать со своим ребятенком любого пола. Можете делать с женой, там, ну, в общем, с родственниками, парень, с другом, опять же, да. А лучше делать такие упражнения, которые вам помогут быть, ну, и здоровыми, и в форме, вы будете двигаться, а заодно еще и прием самообороны отрабатывать. А чем хороши эти упражнения, то что их можно делать, я их сделал зацикленными. То есть один защищается, другой защищается, один защищается, другой защищается. Так вы можете делать сколько, ну, вашей душе угодно, сколько вы пожелаете. Итак, смотрите, первое упражнение. Макс, дай свою руку. Так, смотрите сюда. Вот я схватил за запястье, самое узкое место на руке, да? Очень удобно делать захват и контролировать его руку. То есть захват может быть как атакующим, так же и защитным. Тут как бы нет никакой разницы. Палка о двух концах. Теперь смотрите, Макс, ты меня схвати. Мы вытаскиваем свою руку в сторону большого пальца, вот сюда. Вытащили, видите? И сразу делаем свой захват. И вот так по очереди. Кистевой спандер. Так, 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 так. Усложняем, ребята, усложняем. Берем вторую руку. Вторую руку. Видите, две руки теперь у нас. Макс, освобождайся. Обращаю внимание, чтобы локти вы не задирали. Локти прижаты, локти внизу. И работали только запястьем, только кистью. И вот так потихонечку начинайте спокойно, медленно и без напряжения, чисто на технику. Ну а потом уже можно, конечно, и ускориться, и усилиться. Вот, добавить вот такое движение. Смотрите, я перехватил руку, перехватил и прижал чуть-чуть, как бы вводя из равновесия слегка. Вот сюда, к животу, Макс. Вот сюда. Отлично. Раз, два, три. Раз, два, три. Освободили вторую руку, прижали одну, вторую прижали. Понятно, да, с этим? Это у нас было упражнение номер один: захват за запястье, контроль запястья и освобождение от захвата за запястье. Следующий контроль, смотрите сюда, следующий контроль — освобождение, защитный контроль, захват, так называемая накладка на плечо, на бицепс. Видите? Я прихватил эту руку и не даю ему возможности, ну, схватить меня или нанести какой-то удар. Вот просто накладочка. Прижимаю немножко к телу эту ручку. Так вот видно, да? Также две руки вот я прихватил. То есть позиция похожа на, типа, дружище, успокойся, не хочу никаких проблем, все нормально, все, угомонись. Теперь что мы делаем, Макс? Сделаем накладочку. Какой ты жесткий сегодня! Давай потише, а то ты меня сейчас из кадра вытолкаешь, ты понимаешь, нет? Вот, а у нас идет апробация. Смотрите сюда. Ручку свою внутрь вставляем и делаем обоюдную накладочку на плечо. Давай сначала одной рукой, теперь ты. И прижал, придавил изнутри на бицепс, изнутри на бицепс. И другой ручкой, давай. Так, внимание, смотрим все и повторяем, знаете, изнутри и накладочка на бицепс. Плавно, спокойно, не поднимая локтей, кстати, изнутри, сбили немножко в сторону, отвели, накладочку сделали. То же самое делаем двумя руками, ты, Макс, за меня. Жел, одна ручка пошла, отжали, 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 отжали. И вот такая веселая игра. Утром, днем и вечером. Такой чесал липкие руки. Не знаю, что сказал, но что-то по-китайски. Ты, Макс, знаешь этот язык? Нет.
Это было второе упражнение. Мы уже с Максом показали вам два упражнения для пары. Каждой твари по паре. Освобождение захвата за запястье в сторону большого пальца. О, даже можно самостоятельно делать, если вы одиночка. Вот, и контроль плеча. И то же самое, обоюдный контроль. Переходим к третьему упражнению. Третий контроль, смотрите, защитный захват и освобождение этого захвата. Захват за голову. Погоди, Макс, дай я немножечко объясню про захват. Локоть у вас должен располагаться на груди оппонента, а ладошка должна располагаться, пардон, на затылке. Видите, вот такой контроль. Как заборчик защиты наставляем, если он на вас прет, вот вы контролируете голову, контролируете ему грудную клетку. Грудник. И продолжаем, смотрите, обоюдно. Делаем это упражнение для обоих, чтобы вы были обоюдно, закольцевали это упражнение, делали по очереди. Смотрите, ручку вставил сюда, локоток подвинул чуть-чуть. Цап за голову. Цап за голову. Спинку ровненько держи. Макс, если я сильно делаю, ты мне скажи лучше. Все в порядке. Но стараемся делать ровненько, спокойно. И дышим при этом, ребятушки. То же самое, другую руку демонстрируем. Вставайте в пары. Другой рукой. Накладочка за год сюда на голову, положи ладошку. Локтем уперся, не дает сблизиться с собой. За голову можешь немножко потянуть. Да. Локтем можешь оттолкнуть. Совершенно верно. Полный, тотальный контроль над папой. Теперь смотрите, я делаю что движение. Изнутри кистью подтолкнул локоточек. И как змея сюда раз, пополз и за голову схватил. То же самое ты, Макс. Изнутри. Оп. Ну, примерно тогда легкие такие движения обвиваем и по короткой траектории, да, сразу стараемся взять свой контроль. Не делайте размахов, не делайте замахов, не делайте вот таких движений широких, таких резких. Плавненько, оп, сюда пролезли. Это один из вариантов только освобождения от захвата, такой обоюдный контроль, да, взаимный. Итак, это было третье упражнение. Для тех, кто недавно сейчас только появился у нас здесь в эфире, да, мы сейчас повторим кратенько вот эти все три упражнения. Первое упражнение — освобождение захвата за запястье. Маслыч, давай сначала прям две руки сразу берем. Две руки. Пошли. Освобождайся. Раз, два. Ну а почему ты не держишь меня? Мы же уже все это с тобой отработали до уровня черный пояс. Хоп, ну, хоп, черный хоп, пояс хоп. Еще далеко. А теперь замедленно, замедленно. 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 Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем так. 100 раз. Ну, почему бы нет? Да, 100 раз. Нормально, нормально. Дальше. Второе упражнение у нас. Второе упражнение. Контроль бицепса. Плечи. Накладка. Он же клинч. Да, здесь сразу советую большой палец не использовать. Достаточно просто ладошку положить, чтобы он не смог движение сделать снизу. Вы придержали его руку. И сбоку, если он попытается вас ударить, вы также могли бы его ладошками, пальцами накрыть вот здесь. И контролируйте мягенько. Да? То же самое, две руки я прихватил, Макс, ты изнутри взял меня, контролирует. Я не могу его ни схватить, ни ударить, ну какое-то время. Дальше. И пошли, раз, два. Не лезем сразу двумя руками, это очень сложно. По одной. Пролезли одной рукой, пролезли второй рукой. Так. Макс, дышим, дышим. Отдыхаем, свежий воздух. Погода прекрасная. Сильно лук не оттопыриваем. Упражнение. Голова. Голова. Два уха. Здесь по одной руке работаем сначала, да? То есть раз, я правой рукой. А ваш друг товарищ левой рукой. Да. Как я уже говорил, пришло время ходить парами. Все делать боевыми двойками. Вот и тренируйтесь. Это было третье упражнение. Продвинутый уровень, когда вы освоите вот это первое упражнение, второе упражнение, третье упражнение. Опять же, повторяю, запястье, плечо, голова. То вы можете скомбинировать эти три движения и сделать такой микс, который уже будет, ну, более поинтереснее вам делать, более похож на боевые какие-то единоборства, такие борцовские элементы. Посмотрите, сейчас мы делаем захват за голову, а параллельно другой рукой захват за бицепс. Вот так. Контролируем, видите? Получается, я одну руку его изолирую, допустим, правую руку здесь я контролирую здесь, в районе бицепса, а голову я контролирую своей правой рукой и грудную клетку.
Вот я его контролирую. Понятно, да? Макс, то же самое ты сделай. За голову поменял. Видите? Ситуация поменялась. Контроль поменялся. Перешел на сторону Макса. Да, все, теперь, теперь смотрите. Ручка изнутри. Бицепс накрыл. Ручка изнутри. Голову взял. То есть кто изнутри, тот и молодец. Макс, ты. Да, можете начинать, неважно. Можете начинать с головы. Потом с руки. Угу. Можете начинать с руки, потом с головы. В общем-то и так тогда будет нормально, в зависимости от ситуации. А, также можно контролировать голову и, например, запястье из первого упражнения. Смотрите, сюда мы объединяем первое упражнение и второе. И делаем это обоюдно. Максич, давай. Голова, запястье. Голова, запястье. Да, обязательно контролируем, кстати, голову. Когда запястье берем, стараемся прижать руку к противнику. Вот сюда. Здесь проверяем. Я полез. Я пытаюсь вырваться. Здесь. Спокойно. Вот я сейчас локоть задрал. Это была ошибка. Да-да. Когда мы задираем вот так вот локти, вот схватим из запястья. У нас рука отделяется от туловища, рука сама по себе становится слабая. Открываются многие места. Ну, короче, в общем, беда. Беда. Поэтому локти здесь держим, подбородок опускаем. Все, спокойненько. Минимум усилий. И коротенькие траектории. Ну, примерно вот так. Мы работаем. Ну как оно вам? Ну как оно вам? Нормально? Все запомнили, все записали. Демонстрировать красивые виды. Словакии хорошую погоду, да, чтобы у вас настроение улучшалось. Вот. Ну и используя для дела, вы можете присоединяться и потренироваться вместе с нами. Так, ну что, на сегодня, пожалуй, все. Всего спасибо вам.